Куда уехала? Воять? Ну, она где-то поблизости. Она отправлена мною в служебную командировку, Николай. Это вы специально. Я хочу пожелать всем удачи, успехов, прекрасной погоды и замечательного настроения. Галина Владимировна, привет от Ярошевской. Передайте, пожалуйста. Передаю привет от Татьяны Ивановны Ярошевской, начальнику управления культуры администрации города Екатеринбурга. Нужно сказать, что город Екатеринбург, несмотря на всегдашние постоянные стенания Николая Владимировича, он всегда вопрос такой, это его способ вокруг себя закрутить колоссальный водоворот событий, и мы уже к этому привыкли, пусть да. Хочет. Нет, уже не говорю, все. Меня милиция оштрафовала друг от друга. Мы действительно поддерживаем вот его вот эту фестивальную деятельность, которая, конечно, своими корнями уходит шире, глубже гораздо вот этого фестиваля, это вершина большой пирамиды. Поддерживали Евразию, потому что понимали, что это очень важно. То, что современная драматургия, тогда, когда начинался этот конкурс Евразии, она вообще в определенной мере испытывала кризис современный. Особенно вот, муниципальных театров три имеют адресную аудиторию детскую, колоссальная проблема с детским современным репертуаром. В общем, Николай Владимирович почти на пустом поле. В общем, возделал колоссальную ниву, очень плодородную, творческий многодетный отец, за что вам огромное спасибо. Ярослав Кулинович ставится в фильме, несмотря без всяких протекций Калиды отца. Да. Значит, и все его великие... И там же идет Баженова, да. две пьесы, по-моему, Баженова. Великие ученики современные, они уже не сильно молодые, но им уже около 40 лет. Это... Кому? Кулинович 29, нет, Баженова 30. Несколько поколений, несколько генераций молодых драматургов, которые уже самостоятельно успешные и очень индивидуальные, что характеризует отца, так сказать, творческого исключительно положительно, потому что он не давлеет своей колоссальной огромной личностью, феноменальной. Он, к сожалению, моему ушел в ремейки великих классиков и почти сам уже не создает, а только переиздается. Ну, нашел, правда, нишу детского творчества, и это здорово. Потому что он, конечно, очень много сил тратит на менеджерскую работу, на экономическую работу, потому что действительно находиться в поле авторского театра, коммерческого такого учреждения, которое почти ничего, кроме грантов, и не получает от государства. Но зато получает... Правда, иногда это бывает не совсем кроме. Но зато он получает огромную ресурсную поддержку города. Это правда. Как это вы стенали? Нет, да, я благодарен вам. Все площадки предоставлены без арендной платы. Действительно, уже многие годы за что спасибо. Муниципальные театры просто оставляют в своем репертуарном графике период. И Николай Владимирович нашел совершенно замечательный период временной для летней творческой жизни города, потому что многие уже завершают свою деятельность, а у Калиды начинается вот этот вот сгусток всех активностей, действий, творческой энергии, когда вот практически весь город устремляется на спектакль только Калида. Это вам большое спасибо. В общем, он очень мудрый руководитель, очень талантливый, гениальный практически драматург, многодетный творческий отец, автор Калида Плейс, за что мы ему благодарны. И будем жить дальше. Спасибо. Ура!